671 кошка за два минувших года нашла новый дом и заботливых хозяев благодаря приюту «Мурдом». Он работает с 2021 года, и за это время с улиц города здесь оказались почти 800 животных. Когда приют начинал свою деятельность, у него было одно направление работы – содержание комфортной городской среды, то есть спасение с улиц города беспризорных животных. Животные попадают в приют с улиц города, они не возвращаются в городскую среду и после лечения пристраиваются к населению. Так называемый безвозвратный метод. И сразу было понятно после открытия, что приют – это не про животных, это больше про людей. Придя к мысли, что приют для животных – это про людей, волонтеры стали расширять сферы деятельности. Сегодня в Мурдоме проходят дни открытых дверей и встречи с детьми. Ребятам рассказывают, как ухаживать за животными, прививают им чувство ответственности за домашних питомцев. Летом в парке Зернова проходят мурфесты, где гостям праздника рассказывают о работе приюта и проводят консультации ветеринары. Отдельное направление работы – филинотерапия. Это программа взаимодействия детей и подростков с ОВЗ с котами. Проводят занятия терапии, которые, в общем-то, по отзывам педагогов говорят, что с вашими животными намного легче дети общаются, чем с людьми. В Мурдоме всегда рады гостям. Волонтеры с удовольствием проводят экскурсии и рассказывают о хвостатых постояльцах. Любой горожанин может увидеть, в каких условиях содержатся животные, сколько корма и наполнителя расходуется каждый день и как здесь подходят к вопросам уборки и дезинфекции. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.